Хакасии начался прием заявлений на пособие для детей от 3 до 7 лет. Ежемесячная выплата на одного ребенка в республике составит примерно 5800 рублей. Напомним, такую поддержку президент предложил еще в январе во время послания Федеральному собранию. Итак, на выплаты могут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. Деньги начнут поступать уже в июне, на месяц раньше, чем планировалось. Для подачи заявления у родителей есть несколько вариантов. Через сайт госуслуг, в МФЦ или в управлении соцподдержки. Нужно обратить внимание на два критерия. Первый – это если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума за второй квартал 2019 года. Эта сумма составляет 11 139 рублей. И второй критерий – это имущественная обеспеченность семьи. Например, если в семье есть более чем два жилого помещения, более двух легковых автомобилей, земельных участков, то, соответственно, это будет основанием для отказа.